Красивые волосы – достойные украшения женщины. Разнообразные эфирные масла для волос насыщают их красотой и здоровьем. Проблема начинается, если не хватает полноценного отдыха, есть постоянный стресс, несбалансированное питание, есть недостаток витаминов и других полезных компонентов в организме, неправильно подобраны средства по уходу. Эфирные масла от выпадения волос укрепляют, питают, стимулируют фолликулы, повышают настроение, избавляют от стресса. Какие масла стимулируют рост волос? Чайное дерево – лучшее масло против перхоти, борется с грибковыми инфекциями. Розмарин – стимулирует прилив крови к фолликулам. Ладан, лаванда. Масло лаванды положительно воздействует на здоровье локонов, кожного покрова, а также на эмоциональное состояние человека. Главные свойства масла лаванды – успокаивающее, антибактериальное, противовоспалительное, заживляющее, спазмолитическое. Масло лаванды устраняет перхоть и зуд, питает и наполняет волосы здоровым блеском, борется с облысением. Масло мяты избавляет от ломкости и насыщает блеском. Мята стимулирует кровеносную систему, отчего происходит насыщение волосяных фолликул. Эфирные масла, которые я сейчас вам назвала, подойдут для спрея. Мы с вами будем делать спрей для волос. Как его приготовить? Для этого нам нужно взять бутылочку 50 мл. Берем бутылочку для спрея и добавляем по 10 капель каждого масла. 10 капель лаванды, 10 капель перечной мяты, 10 капель ладана, 10 капель розмарина и 10 капель чайного дерева. Заливаем водой, встряхнем и распылим прямо на корни. Этот спрей не делает волосы жирными, помогает поддерживать действительно здоровую кожу головы. Пожалуйста, делайте, пользуйтесь. Я думаю, вам очень понравится. Но будьте очень осторожными. И беременной женщине, пожалуйста, не нужно этим спреем пользоваться. А кто не хочет делать этот спрей самим, я с радостью сделаю его для вас. Обращайтесь.